Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня покажу, как вкусно и быстро приготовить кукурузу в мультиварке. Два способа без хлопот и жара на кухне. Дно чаши мультиварки выстилаю листьями кукурузы и волосками. Листья защитят дно, а волоски придадут особый аромат. Поверх выкладываю очищенные и промытые початки свежей кукурузы. Те, что целиком не помещаются в чашу, разрезаю. Теперь заливаю кукурузу холодной водой. Воды нужно немного, она не обязательно должна покрывать початки. Наливаю практически до самого верха кукурузы. Солить ее я не буду, иначе кукуруза станет жесткой и дольше будет вариться. Лучше посолить по вкусу уже сваренные початки. В чашу мультиварки ставлю подвесную чашу для варки на пару. В нее тоже укладываю кукурузу. Таким образом, часть кукурузы будет вариться обычным способом в воде, а другая часть на пару. Дальше создаю одеяло. Укутываю кукурузу листьями, снятыми с початков. Листья перед этим обязательно промываю. Включаю мультиварку на режим варка на пару. Выставляю время. Обычно молодые початки варятся очень быстро, около 20 минут. Но если кукуруза не самая молодая и ее много, варю около 40-45 минут. После сигнала таймера проверяю кукурузу на готовность. Если чуть-чуть недоварена, добавляю еще 5-10 минут. Вот так просто готовится кукуруза в мультиварке. Готовую нужно посолить по вкусу, добавить немного сливочного масла и можно наслаждаться любимым летним лакомством. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!